Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon с версией 3.0.2. Да, я обновил версию, и сейчас смотрите, какой у нас Мьюту. Офигенный. Так, ну пока, тут есть еще покемоны-боссы, которые не пропали. Давайте пойдем, если они там, то попытаемся их убить. Мьюту, давай. Отлично. Отлично. А тот покемон босс уже пропал. Ладно. Наша вот эта курица уже эволюционировала два раза, пока я вот тут в шахтах блудил или еще где-то. Но я как бы отменил ее эволюцию, чтобы показать, как она эволюционирует, да. Поэтому давайте сейчас ее прокачаем, еще и сервай на один уровень остался. И еще, ребята, я уже начал тут строить небольшую такую дорожку, и я тут уже обозначил, где у нас будет... Ни хрена себе ты мелкий торчик. Я уже тут обозначил, где буду строить себе магазин, да, тут у нас будет магазин. Я уже тут снес одну плантацию деревни, тут уже, ну да, начал строить... дорогу, да. Сейчас, ребята, что я хотел? Я установил еще один мод, поэтому давайте пойдем себе сделаем стол зачарования, да. Нужно 4 вот этих. 4 обсидиана, да. Ну давай. И еще что-то. А, поднялась. Еще что-то одно я хотел сделать, но я уже забыл, что. Сейчас, если вспомню. Фиг его знает. Честное слово, фиг его знает. Ну, в принципе, вот у меня уже 31 уровень. Я уже набил себе более-менее так достаточно и ресурсов, и уровней. Ну, давай еще одну штуку. Вот то, что книжных полок у меня как бы не очень много, поэтому... Нужно потом или начать крафтить их. Твою мать! Вот залагало охрененно. Я когда приземлился вот так, да? Капут. Или насчет книжных полок, или пойти в покет-центры, там их набрать. По пару штучек, да. Пройтись там, не знаю, по сколько покет-центрах и набрать книжные полки, да. Ну, две штуки у меня точно будет, я так думаю. Поэтому давайте проверим, если есть у меня две книжных полки. Ну, не две книжных полки, два... Нет, только одну книгу. Одну книгу нужно. И возьмем себе два алмаза. Ни хрена себе, сколько у меня алмазов, сколько у меня угля. Это вообще сдуреть можно. Так... Может, и у нас еще что-то там переплавлялось или нет? Я думаю, ну, камень. Так. Делаем мы себе... У, твою мать. Делаем мы себе зачаровальню. Вот, вроде как-то она вот так делается, да. И пойдем ее поставим где-то вот тут. Я еще пока не знаю, где тут место для нее сделать. Наверное, вот тут я продлю так на один блок. Если вот так будет, да? Да, вот так. Вот она вот тут будет стоять. Да. Это нужно снести. Это нужно вот тут снести. И поставить вот тут. Это потом я как-то посмотрю, как я это сделаю. Как-то оно вот так будет. Сейчас. Вот так оно будет вот тут, да. Чтобы места тут хватало окружить все это книжными полками. Вот так. Да.
Да, вот так оно вот тут будет. И сейчас давайте я еще вот тут так сделаю. А потом посмотрим, что и как. Пока что пускай будет вот так. Еще вот тут как-то. Как-то вот так. Фиг его знает, как это тут можно сделать нормально. Сейчас. Вот, хотя нет, так нет. Поставлю это нормальную древесину вот тут. Будет, да. А мод что-то не установился, хрен его знает. Ладно, потом разберусь. Так, давайте сейчас что нам нужно. Так, давайте пока поставим в компьютер Бастиодона, так как у него уже эволюции нету, да? Ну, мне говорили, что нет у него уже эволюции. Ставим его в компьютер. Так, кого еще можно поставить? Нет, ставим только вот его. Берем Тиртугу. И еще сейчас я пойду посмотрю, есть ли у меня там... Сейчас вот это я поставлю вот сюда. Это я еще поставлю вот сюда. Это вот сюда. Еще это вот сюда. Это вот сюда. Это вот сюда. И пускай пока что будет вот так. Так, есть ли у меня лаки? Лаки. Не знаю, если он... Нет у меня его. Нет у меня его, поэтому, чтобы взять на Мьюту. Мачо Брейс. Макс Ревайв. Давайте вот это возьмем, попробуем. Или вот это. Давайте пока что вот это возьмем. Так. Сейчас, ребята... Пойдем мы прокачивать. Ну, прокачивать покемонов, да. Так, мастербол у нас при нас, да. Пойдем. О, вот что я забыл. Я буду строить. Ух ты! Райкваза. Где? Иди сюда. Че это за хрень? Две райквазы заспанились. Это вообще как? За секунду. Ух ты, если бы ее еще возможно было словить. В том смысле попасть на нее. Да чё за хрень? Как? Четыре райквазы? Это чё за хрень? Это уже... Я просто перекачал мод, да? Был 3.0.2. Сейчас я хотя бы попытаюсь на нее попасть. Вот. Ребята, я перекачал мод. Мод был 3.0.0. Сейчас 3.0.2. И это может у них что-то там переклинило, а не у меня. Так как тогда райквазы точно не спавнились такими кучами. Да, в принципе, и тут не спавнились. Вот райквазы, уже видео не знаю сколько идет. Я был дома, бегал, там никакая райкваза не спавнилась.
А вот сейчас, в принципе, там у них что-то в голове переглючило, и сейчас за 10 секунд заспавнились 4 райкваза. Кто-то мне вообще объяснит, как это, что это за хрень вообще? Как? В принципе, ребята, классно, мы словили райквазу. Но суть в том, что вот это меня не совсем прикалывает, что за... Что вот, райквазы там не спавнятся не знаю сколько. Сейчас у нас тут покемон босс. Не знаю, да, действительно, райкваза долго там не спавнилась, вот. Я же дома бегал, да, там вот эти... Все делал, что мне там нужно было. Никакая райкваза не спавнилась. Никакая райкваза, ребята, не спавнилась. А вот сейчас у нее, в принципе, за пару секунд сразу 4 райквазы заспавнилось. Это как-то меня не очень прикалывает, если вот райквазы будут такими количествами спавниться. А ну, сейчас идем еще домой. Если опять тут нереальная куча их заспавнится, я уже не... Вот, еще там одна райкваза летает. Ну, уже ее не видно, но был там... Или кто там был? Да, райкваза. Летала еще там одна. Ребят, я не в курсе, действительно, я не в курсе. Я обновил мод, и просто, ну, такое бешеное количество. 4 райкваза за пару секунд заспавнились. А вот, сейчас опять. Уже не спавнится, да. Уже все. Уже все нормально, они уже не спавнятся. А вот тогда у них что-то, да, заглючило, и за пару секунд там нереальное просто количество их заспавнилось. Я просто сейчас не догоняю, как это вообще возможно, или это более-менее, мне кажется, это всего баг какой-то, так как, ну, в принципе, это нереально, чтобы вот так заспавнились. Мало того, что я обновил мод, еще раз скажу. Вот, наверное, это сейчас какой-то баг мода, или что это? В принципе, отлично, райквазу мы имеем, но как-то не ощущается, что мы словили легендарного покемона, так как это через баг мы словили, или через какой-то глюк мы словили, так как там, в принципе, 4 райквазы заспавнились. А вот все, уже не спавнится, уже все нормально. Ух ты, куча. Уже не спавнится, да, уже все нормально, все. Уже нету такого, 4 райквазы за пару секунд, да? Охренеть. Так, это новый покемон Мунчлакс. Хрен его знает, что это за покемон. Ну, так, тут у нас покемон босс зато. Где он? Опять в воде? Нет, 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 нет. Да твою ж мать. Не хочу я близко подходить, так как он, в принципе, улетит. Вот, отлично. А потом за ним гоняться, да? Вот так, идем мы сюда. Все, уже райквазы не спавнится. Капут. Это что за покемон? Мунчлакс. Типа Снорлакс или Муть, и нет. Не знаю, честно, не знаю. Чинкс. Сейчас, ребята, давайте мы, наверное, чтобы нам сделать. Что-то я хотел, но опять забыл. А, вот. Так как не успел я договорить, как куча райкваз заспавнилась. Сейчас мы просто, наверное, будем прокачивать покемона, но в то же время я буду себе копать глину, так как я хочу себе сделать магазин, я уже говорил, да? Чтобы там... У нас же 35 алмазов, а сейчас уже их, в принципе, некуда девать будет, так как Мюту мы уже сделали. В принципе, даже бы и не сделали, 10 алмазов бы хватило бы, так как блоки не забираются, а блоки просто-напросто потом отдаются, когда ты их суешь в машину, и чтобы получился Мьюту, да? И поэтому 35 алмазов сейчас у нас есть. Я еще себе зачарю кирку на фортуну, и потом еще буду просто-напросто ходить по шахтам и добывать себе ресурсы без съемки. Вне съемки, как бы, чтобы... Ну да, без съемки. Так, он с кем там дерется или что? Ну, вот так. И, в принципе, действительно, у нас уже есть 35 алмазов, и их уже, в принципе, некуда девать.
Поэтому, наверное, действительно сделаем себе магазин. Может, еще как-то за железо тоже что-то там сделаем, так как железо у меня тоже уже большая куча, а девать его тоже уже, в принципе, некуда. Да, вот это с Райквазой что-то меня как-то до сих пор напрягает. Хрен его знает, чё это вообще было. Все, уже бегаем по полю, уже никто не спавнится, никакая Райкваза по 35 раз не спавнится. О, вот, наконец-то курица наша эволюционирует. Ну давай, давай, давай. Ну кем ты там будешь? Ух ты, ни хрена себе. Блазикен. Не знаю, как это правильно читается. Ни хрена себе. Это он с курицей вот таким стал? Тотчик. Охренеть. Прикольный покемон. Действительно, мне очень нравится. О, покемон босс у нас где-то вот тут. Еще там один. Если он... О, рай... Так, 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 так. Отлично. Давай, Мьюту. И... И наш Сервайн тоже эволюционирует. Отлично. Кем ты там будешь сейчас? Так, шахты, шахты, чё там? Так, Сервайн, ну давай. Уф, ни хрена себе. Это чё такое вообще? Уф. Так, сейчас, сейчас, только мы ещё сюда сбегаем. Где у нас тут? Где у нас тут Magikarp? Отлично. Отлично. Еще кто-то там? Нет? Ладно, пойдем мы куда-то, например, вот сюда. Так. Посмотрим нашего покемона. Кем он там стал? Серпериор. Ни хрена себе. Змея, да, какая-то? Что-то немножко на Райквазу смахивает, или мне кажется. Ну, Райкваза как бы в длину, а это вот тут в длину, но тут идет как бы голова такая. Не, ну тоже офигенный покемон. Сейчас, ребята, я не знаю, кого мы будем ловить. У нас нету водного покемона. То есть Маткипа или Сквиртла мы словим, или еще кого-то. Посмотрим, кого мы найдем, того мы и словим. В принципе, ребята, давайте все-таки на этом уже закончим. Вот такая... Вот то, что 4 Райкваза заспанилось, это... Не говорите, что это читерство или что это. Вот я сейчас бегаю по полю, и никто не спанится. А вот тогда что-то у них заглючило, и за пару секунд заспанились 4 Райкваза. Да и, в принципе, как это может быть читерство? Но... В принципе, ребята, давайте на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи.